Одни из немногих в стране и первые в регионе. Еще в советские времена добровольное общество содействия армии, авиации и флоту всегда шло впереди планеты всей. Годы идут, а стратегия не меняется. Инновационные технологии в обучении, новые машины, опытные преподаватели и вообще свой подход к работе. Вот и сейчас автошкола ДАСАФ вышла на новый уровень. В начале этого года ко мне обратились инвалиды-колясочники с просьбой все-таки изучить возможности, помочь им в обучении и получении водительского удостоверения категории «Б». Обучение теории проходит дистанционно, а вождение на только что сошедшем с конвейера Volkswagen Polo. Изначально машина шла в комплектации с коробкой автомат, дальше дело техники. Авто переоборудовали под ручное управление, нажимать газ и тормоз теперь можно одной правой. Мастер производственного обучения был выбран Усов Игорь Владимирович. Руководствовался только его опытом и знаниями. Ну, честно говоря, сам лично провел с ним занятия по управлению автомобилем с коробкой автомат. Это все, в принципе, несложно, наоборот, упрощает управление автомобилем. Для инструктора по вождению Игоря Усова ноу-хау стало диковинкой. Как признается мастер, впервые за долгое время пришлось не других обучать, а самому сесть за руль и пройти все стадии. Заезд задним ходом в бокс, диагональная парковка, эстакады и другие элементы. Но для человека со стажем более 30 лет невыполнимых задач нет. И спустя несколько испытательных дней Игорь Владимирович в своем обычном амплуа сбоку, а за рулем первый обучающийся. Все на одном рычаге, достаточно все доступно. И удобно. И удобно. Владимир Бобков давно мечтал получить водительское удостоверение. Но сделать это не так просто. Для людей с ограниченными возможностями пройти курсы и получить заветную корочку можно ни много ни мало лишь в нескольких школах страны. И те периодически закрываются. Можно, конечно, поехать, например, в Минск, но это уже другие деньги. Ну, не было ни возможности. Не то, что финансовой, а вот реальной возможности, потому что у меня были перспективы либо ехать в Минск, учиться, либо в Могилев. Когда-то было в Вилейке, это было бесплатно, но эту школу расформировали. Записаться на курсы и осуществить мечту можно прямо сейчас на сайте Бобруйской автошколы ДАСАФ или по телефону 43 55 55. Кристина Рианс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.